Что ж, позвольте мне остановиться и спросить, есть ли у вас какие-либо вопросы? И затем мы перейдем к другой теме, к теме общего откровения. Да, пожалуйста. У меня замечание и вопрос. Я живу в исламской стране, и я был свидетелем того, что вы говорите. Многие люди узнают о Христе в видениях и снах. В силу своего положения мне приходится проверять рассказы этих людей, и я уверен, что многие из них получали особенные откровения. То, что они узнавали, согласовалось с Библией и вели их ко Христу. Мой вопрос такой. Тысячи лет Бог давал людям общее откровение, они были видимы, но частное откровение было ограничено. А можем ли мы сейчас сказать о том, что Бог все же еще использует общее откровение? Да, есть христианский мир, где доступна Библия, но все еще есть и другой мир. Может ли Бог спасать людей сегодня так же, как Он спасал их до Христа? Ведь, несомненно, Он спасал людей до Христа, живущих в разных местах по всему миру. Может ли Бог делать нечто подобное сегодня? Несомненно, вопрос прямо в цель. То, о чем мы с вами говорим, применимо не только к эпохе, скажем, Ветхого Завета или раннего Нового Завета. Этот богословский вопрос, который мы с вами разбираем, был актуален во все времена. Даже сегодня, когда у нас есть средства массовой информации, все еще существуют группы, у которых нет доступа к Библии. У них нет доступа к Евангелию. И нам нужно спросить себя, означает ли это, что Бог не имеет доступа к ним? Или когда канон Библии был завершен, означает ли это, что Бог отменил общее откровение? В обоих случаях ответ — нет. Общее откровение было доступно с самого начала, с тех пор, как Бог сотворил этот мир и сделал его видимым. И до сих пор не произошло ничего такого, что могло бы отменить общее откровение. И по Своей благодати Бог устраивает так, что, наоборот, это откровение становится большим и больше по мере хода истории. Да, Бог позаботился о том, что у большего и большего числа людей появляется доступ к частному откровению. Но это лишь дополнение к общему откровению, которое все еще присутствует. И, конечно, да, сегодня есть люди, которые не имеют доступа к никакой форме частного откровения. И тем не менее, им тоже придется держать ответ перед Богом. И они, конечно, могут быть спасены, так как мы с вами об этом говорили. Класс. Позвольте мне кое-что добавить. Знаете, то, о чем мы говорим сейчас, это не только об ответе на этот вопрос. По сути, мы с вами говорим о стратегии миссионерской работы. Позвольте мне объяснить. Если люди, которые никогда не слышали Евангелие и никогда не имели доступа к Библии, будут оправданы за то, что они не поверили в Христа на основании лишь того, что находились в неведении и ничего не знали о Христе, но тогда как это все повлияет на стратегию нашей миссионерской работы? Может быть, тогда нам нужно лишь думать о тех, кто слышал Евангелие, и служить лишь только им? Вот задумайтесь, зачем говорить о Евангелии людям, которые никогда о нем не слышали? Ведь в этом случае мы даем им шанс отвергнуть Евангелие и сделать их виновными. Было бы мудрее, ведь если люди, которые никогда не слышали Евангелия, будут оправданы, было бы мудрее оставлять таких людей в неведении, а продолжать говорить о Евангелии только тем, кто слышали о нем и отвергли его. Как вы думаете, к этому нас Бог призывает? Нет.
Что ж, тогда должно быть возможным такое, что те люди, которые никогда не читали Библию, даже никогда ее не видели и никогда не слышали о Евангелии, все так же нуждаются во Христе и сегодня. Но зачем он бы им был нужен, если бы они оправдывались своим неведением? И очевидно, что неведение не может служить оправданием. И Бог не скажет: «Ну что ж, ты можешь пойти в рай, потому что, ну, ты просто не знал достаточно, чтобы поверить». Нет, Бог имеет в своих руках возможность явить себя достаточно каждому, где бы он ни жил. И Он готов это сделать. И мы можем судить об этом, потому что Бог продолжает посылать откровения, несмотря на то, что люди отвергают это. И, конечно, Он раскроет Себя тем людям, которые желают жить согласно этому откровению. Поэтому неправильно будет кому-то говорить о том, что, знаешь, ну, ты не веришь во Христа, потому что ты о Нем ничего не знаешь. Но, знаешь, я и не буду тебе рассказывать, потому что, ну, чем больше ты будешь знать, тем больше у тебя будет возможность отвергнуть. Поэтому лучше всего будет оставить тебя в неведении, и, может, ты попадешь в рай через запасной вход. Нет. Так что видите класс, куда ведет применение этого вопроса, который мы с вами разбираем. Какой должна быть стратегия нашей миссионерской работы по отношению к тем потерянным, которые не имеют никакого представления о Христе, никогда не видели Библию? Следует ли нам оставлять их в неведении или изо всех сил стараться донести до них благую весть? И для меня совершенно очевидно, что верно второе. Но если таков правильный ответ, то почему? Ну что ж, во-первых, потому что Христос призвал нас проповедовать всякому. Но если бы Христос знал, что те люди, которые находятся в неведении, попадут в рай из-за своего неведения, а затем призывает нас говорить им о Евангелии, то что нам это говорит о Христе? Но Он-то должен знать, что некоторые из тех, кто услышит Евангелие, отвергнут Его, так? Ведь если Он Бог, то Он должен об этом знать. То не было бы жестокостью призывать нас говорить Евангелие тем людям, которые никогда о нем не слышали, никогда Библию не видели, зная о том, что многие, кто услышат, отвергнут. Но если бы они никогда не слышали, то попали бы в рай. То есть какая-то жестокость в том, чтобы призывать, проповедовать таким людям. И это не тот Христос, которого я знаю. Это не тот Христос, которого вы знаете, и это не Христос Библии. И единственное разумное объяснение тому, что Христос призвал нас проповедовать Евангелие всем людям, состоит в том, что Он знает, что, не приняв Евангелие, каждый человек виновен перед Богом. Это единственное разумное объяснение, если мы внимательно вникнем в суть этого призыва. Большое дело начинается с малого пожертвования, и 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Что ж, достаточно проповедовать. Линда, пожалуйста. Да, я хотела бы еще раз вернуться к этому вопросу. Вот брат спросил, может ли Бог спасти сегодня так же, как Он спасал и до Христа? Есть один стих, я не смогла его сейчас найти, он в книге Деяний. Там Петр сказал, что ни на небе, ни на земле нет другого имени, которым мы могли бы спастись. Вот в нашей церкви есть миссионер, и он со всеми спорит. И я не во всем с ним согласна. Я согласна с тем, что вы сейчас объяснили, что есть те, кто никогда не слышал Евангелия, но Бог силен каким-то образом донести до них благую весть.
Ну вот мой вопрос. Это скорее исключение, чем правило, так? Бог может давать место исключения, ведь правда? Ведь никто не попадет на небо, не приняв Христа, после того, как Христос пострадал. Да, это то, что говорит Петр. Как бы вы в соответствии с тем, что сказал Петр, прокомментировали стихи из книги Иова? Разве тут нет противоречия между тем, что говорит Иов, и тем, что говорит Петр? Что ж, вспомните о том, что прошло много времени между высказываниями Иова и высказыванием Петра. И помните, что пару дней назад мы говорили о том, что откровение прогрессирующее. Когда жил Иов, было откровение о Боге. Но это откровение не содержало в себе столько информации, сколько могли знать люди во время жизни Петра. Когда жил Петр, было известно не только то, что все люди грешники и должны каким-то образом восстановить свои отношения с Богом, чтобы как-то заплатить за свои грехи, а для этого требуется пролитие крови. Но также было открыто еще и то, и как раз об этом хотел донести Петр, что эта жертва с пролитием крови уже была принесена, и принесена никем иным, как Иисусом Христом, который есть Мессия. Но Иов, дайте мне закончить, и люди, жившие в Ветхом Завете, не были ответственны за неприятие того откровения, которое им еще не было дано. Суть в том, что в каждый момент истории имеется откровение от Бога, и всегда в истории можно было спастись, то есть примириться с Богом. Но так как откровение прогрессирует, то постепенно у нас появляется больше информации, больше подробностей о том, как спасение происходит. Но откровение присутствовало всегда в истории. Откровение о Божьем существовании, о нашей нужде в спасении. И если люди жили в соответствии с тем откровением, которое им было доступно, и Павел говорит о том, что они не могут это сделать своими силами, они могли это делать только по Божьей благодати, то в этом случае Бог заботился о том, чтобы они получали больше откровений, чтобы у них могли быть отношения с Богом. Но после того, как Христос пришел, надо верить, что Он есть. Да, надо верить в Христа, или ты не будешь спасен. И эта информация доступна каждому, кто жил когда-либо после пришествия Христа. Это не означает, что она доступна одинаковым образом. У кого-то есть доступ к этой информации, потому что у него есть копия Библии, и они могут ее прочесть. Кто-то жил во времена апостолов и слышал, как они проповедуют. А у кого-то не было ни того, ни другого, ни Библии, ни возможности услышать проповедь апостолов. Но у Бога есть возможности донести до них информацию, так, как об этом пишет Иов. И мы увидим другие пути, когда будем говорить о частном откровении. Если у людей сегодня нет Библии, они не знают о Евангелии, никогда не видели миссионера, это не означает, что Бог не может донести до них то откровение, которое им нужно, вплоть до благой вести об Иисусе Христе. Может, Он пошлет миссионера. Может, Он даст видение или сон. Может, Он пошлет ангела. Бог силен это сделать. И Он имеет множество возможностей, множество путей, чтобы донести весть о спасении всякому человеку, где бы он ни жил и когда бы он ни жил. Вот задумайтесь, к чему это все может привести.
Если мы верим, что канон Библии завершен, означает ли это, что Бог ничего не может открыть и сказать? Я так не думаю. Я не думаю, что кто-либо из вас верит, что Бог уже вне истории. Но если Он присутствует в истории, то Он может найти способ донести информацию до людей. Как через Библию, так и не через Библию. Всем людям, которые жили или которые еще будут жить после завершения канона Священного Писания. И как только вы это признаете, признаете то, что Бог не находится вне истории, несмотря на то, что канон Писания сформирован и завершен, вы признаете, что Бог может находить пути, чтобы являть Себя людям. А если это так, то даже если у них нет Библии, Бог может им явиться. И вот в книге Иова мы как раз и находим объяснение, как это может происходить. А, так что это все да. еще может происходить после Точно. Окончательного принятия канона. Абсолютно, да, абсолютно. Что ж, учитывая ту скорость распространения информации, какая есть сейчас, с компьютерами, со всей этой технологией, будет оставаться все меньше и меньше людей, которые смогут сказать, «Ну, знаете, я никогда не видел и не слышал о Библии, и не слышал об Иисусе Христе». Но все еще такие есть, все еще есть. И Бог силен, Бог все еще силен являть Себя таким людям. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.